Всем привет! Каждый человек хочет быть счастливым, но знаете ли вы, что секрет счастья уже давным-давно описан в Священном Писании, а именно в Библии? Иисус Христос учил своих учеников, как быть счастливыми. В учении Христа есть заповеди блаженства, а заповеди блаженства – это заповеди счастья. И если мы пренебрегаем заповедями Христа, то мы несчастны и прокляты. Лично я постоянно перечитываю 3 главы Нагорной проповеди Иисуса, где Он учит, как быть счастливым. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Поэтому, чтобы быть счастливым, нужно изучать Слово Божье. Аминь.